Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Представляю вам нашого гостя. Це є Абаз Галямов, політтехнолог. Абаз, здравствуйте. Ігор, здравствуйте. А что ж, в предыдущий раз мы тоже начинали с Бориса Надеждина, это оппонент и кандидат в так называемые выборы, да, в марте месяце. Появилась новая информация, и мне кажется, Абаз, что это все же показывает, что Кремль чего-то опасается, потому что на Бориса Надеждина написали донос с требованием объявить его иноагентом. Вот, даже не буду вспоминать, кто и где это сделал, какой-то гражданин, где-то там, в какой-то области, неважно. Это такой профессиональный доносчик, он уже много лет там, этим занимается. Вот он сидит в интернете, выискивает нелояльных граждан и пишет на них доносы. И, ну и с гордостью об этом рассказывают. Ну, один из множества, там, из тысяч кремлевских проектов. Вот как вы считаете, Абаз, наберет эта история оборотов? Потому что мы же можем вспоминать, когда Путин называл так называемое СВО войной, и тоже писали, слушайте, а почему он называет войной? Это законом запрещено, кто-то будет подавать в суд. Вот провести параллели. Есть угроза того, что вот просто так нагло, цинично и не пытаясь как-то в красивую конфету это сделать, просто объявят иноагентом и запретят Надежду брать участие в выборах? Ну, формально, Игорь, иноагентство не запрещает человеку участвовать в выборах. Там множество ограничений появляется, но это, строго говоря, не является основанием для недопуска. Вот. Иноагентство – это такой маркер, с помощью которого власти ну, пытаются создать проблемы нелояльным гражданам. То есть изначально это появилось как инструмент такой пропагандистский, то есть мы вас маркируем, значит, после этого народ отказывается вас слушать. Но народ слушает, аудитория ширится, и как маркер эта штука работает все хуже. Ну, по себе это знаю. Значит, когда меня объявили иноагентом, знаете, мне позвонили и поздравили меня с этим такое количество людей, такое не позволяли меня. Вот у меня за полгода до этого юбилей был, 50 лет исполнилось, да, такая вот, ну, большая дата, там все звонят, все поздравляют, да. Но с иноагентством меня поздравило больше людей. Больше, чем с иноагентством, меня поздравляли только один раз в жизни, через месяц после иноагентства, когда меня... На меня возбудили уголовное дело за фейки о российской армии и объявили в розыск. Тогда поздравляли больше. Но вот если этот случай вывести за скобки с реальным уголовным делом и говорить о всех остальных кейсах моей жизни, то вот за 51 год, значит, никто и никогда не поздравлял меня вот больше, чем с иноагентством. Это такая штука, которая работает сейчас уже вот как такой маркер. О, значит, хорошие сапоги надо брать, помните, да? И поэтому теперь это иноагентство используют скорее уже как репрессивную историю, то есть они постоянно пытаются ухудшить жизнь иноагентам, постоянно меняют законодательство, завинчивают гайки, создавая там все больше и больше проблем там, в быту, с имуществом и так далее, значит, с финансами, там, ну, то есть вот пытаясь, значит, заставить людей замолчать и бояться этой плашки, там, бояться этого ярлыка уже через чисто такое административное давление, ну, то есть не через пропаганду, а именно через такое вот давление. Но это вот, чтобы это применялось вот в избирательной кампании, такого никогда не было, и, честно говоря, ну, я вообще большого смысла в этом не вижу. То есть это не сработает не особенно... Ну, это сработает в небольшой плюс Надежде, но да, ну, то есть это еще одно подтверждение того, что он идет против системы, да. Но поскольку этих подтверждений и без того хватает, ну, в общем-то, это не то, чтобы, знаете, там, прям вот радикально улучшит его позиции. Ну, да, немного улучшит, не более того. Ухудшение вот в текущей ситуации точно не будет, по крайней мере, с точки зрения общественного восприятия. Но поэтому... Я не исключаю, что они просто в растерянности, они не знают сами, что делать, они спорят там внутри себя, да, и какие-то разные сценарии, разные варианты сами
запускают. Условно говоря, я не исключаю, вернее, я почти уверен, что Памфилова, она очень не хочет отказать Надеждину в регистрации вот сейчас. Она же такой типичный бюрократ, она бюрократилась, она давно перестала быть политиком. А бюрократы, они любят перекладывать ответственность со своих плеч на чужие. Да? Они не любят брать ответственность. И вот я абсолютно уверен, что она сейчас кричит на Кириенко, значит, что да, все подписи у него в порядке, мы не имеем права отказать. Да, я понимаю, что он не должен выиграть. Выигрываете у него честно, выигрываете у него с помощью пропаганды электоральной. Почему вы пытаетесь нашими руками решать свои проблемы? Наша задача проверять всех на соответствие закону, мы регистрируем. Вот. А дальше ваша работа, вот и делайте ее. Выиграйте у него, и мы посчитаем, как надо, и все будет хорошо. Почему вот сейчас мы должны, значит, перед всем миром выглядеть вот так сказать, вот так крайне бледно, значит, отказывая в регистрации кандидату, у которого все в порядке с подписями, вся страна это видела. Вся страна видела, что люди дают подписи. Как мы можем объявить эти подписи несостоятельными? Я вот на 100%, ну окей, на 99% я убежден, что Памфилова пытается вот сейчас такую точку зрения отстаивает. И в ситуации такого спора, ну, то есть понятно, что когда Кириенко придет, нажалуется Путину, и уже Путин позвонит и прикрикнет на Памфилову, там все, она заткнется. Но она не считает своим начальником Кириенко, вот в чем там фишка, она считает своим начальником Путина. Вот. А Кириенко, ну, такой из параллельного департамента, так сказать. Да, коллега, да, делаем общее дело, но почему он должен попытаться на моем хребте выехать, так сказать, да? И поэтому Кириенко, возможно, ну, пытается урегулировать ситуацию на своем уровне, не выносить ее наверх на Путина, потому что, ну, это тоже плохо, да, ты не справляешься с возложенными на тебя задачами, да, приходишь к начальнику и говоришь: начальник, давай работай, хватит сидеть сиднем. Вот, это тоже плохо аппаратно, поэтому он пытается это вот дело как-то так урегулировать там, да, с ней, и, возможно, вот он пытается создать ситуацию, когда, ну, вот все больше аргументов. Вот он, его иностранным агентом еще там объявили, условно говоря, да, или там собираются объявить, даже, может, не успеет сейчас объявить там, собирают. Ну, то есть вот все, фон выстраивает информационный такой, чтобы вот Памфилова понимала, что, ну, не она одна такая вот там, крайняя, да? Тут нет, все работают, вся государственная система работает против Надеждина. Вот. То есть эта история вполне может быть, что она носит не политический характер, а скорее такой аппаратный, понимаете? Ну, то есть это про политику, да? Но, собственно, вот эта штука про иноагентство, она носит скорее аппаратный характер. Вот. Потому что большого политического смысла в этом я, повторюсь, не вижу. Абаза, вот если говорить о том, что придумали, так сказать, так называемые псевдовласти в Крыму, их глава парламента сказала, что они хотят принять закон, будто пребывание Крыма в 1991-2014 году в составе Украины есть незаконным. Вот это факт того, что они от чего-то опасаются, потому что вы и так аннексировали, вы и так по Конституции присоединили Крым к России, а зачем вот это что-то признавать, что-то еще голосовать? Ну, смотрите, тут надо развести юридическую и политическую составляющую. С точки зрения политики большого смысла нет, вы правы. Ситуация есть де-факто, она имеет значение. Все остальное – это так, ерунда. Но юридически, может быть, я не юрист все-таки, да, тут надо быть специалистом в области международного права. Может быть, они, например, вот то, что мне прямо в голову приходит, может, они готовят, например, иск к Украине, за незаконное владение, распоряжение этим имуществом. Ну, то есть имущественный иск, да? Ну, то есть выплатите нам компенсацию за вот этот там период. Вы, значит, эксплуатировали наш Крым, вот мы насчитали, значит, вот такие незаконные ваши доходы. Отдайте их нам назад. Вот. Украина, как известно, есть претензия к России в части компенсации за все
потери, связанные с войной, да, значит, после мира, там, после того, как будет установлен мир, Украина предъявит претензии, это общеизвестно, да, там, за все эти разрушения, все эти убийства, там суммы какие-то гигантские, конечно, да. И, может быть, вот кто-то, какая-то рабочая группа там, в правом управлении администрации президента, да, она там наверняка создана, они там думают о правовой составляющей этой проблемы. Да? То есть есть, кто занимается военной составляющей, есть политическая составляющая, есть правовая. Да, и вот у Брычевой, это помощник президента по правовым вопросам, там большое есть правовое управление, вот. Вполне возможно, что там создана рабочая группа, которая этим занимается, прорабатывает сценарии обороны вот юридической, так сказать. И, возможно, они вот и придумали эту историю. Но это вот то, что мне первое приходит в голову, Игорь, я про эту, про то, о чем вы говорите, я не слышал эту штуку. Вот. Может быть, вообще все очень просто объясняется, как и случай вот с этим, значит, с этой заявкой на то, чтобы Надежду объявить иноагентом. Это тоже может быть такая чисто бюрократическая история. Ну, то есть там в Крыму сидят люди, они должны выслуживаться перед Кремлем, да, Кремль там им платит зарплаты, значит, дает им, так сказать, власть. Да, это сладкие места, значит, куча претендентов, куча врагов, которые бегают в Кремль, условно говоря, и жалуются. Да, они там ничего не делают. Вот. Ну, то есть надо демонстрировать рвение, усердие в работе, да, чтобы усидеть. Это, знаете, как велосипед. Надо постоянно крутить педали или упадешь. И поэтому, может быть, они просто это придумали вот для того, чтобы продемонстрировать Кремлю. Смотрите, мы работаем, мы стараемся, мы не сидим на месте. Вот. Есть и это, наверное, составляющая. Может быть, это такая многофакторная штука. Аббас, вы наверняка слышали, что вот 29 января пролетела новость, будто в Украине хотят сместить главнокомандующего Валерия Залужного. Угу. Много было шума. В офисе президента сказали, что это неправда. Скажите мне, пожалуйста, как политтехнолог, насколько это такая информация выгодна России, и насколько может быть, что это именно и Россия докладывает руку, чтобы вот так дестабилизировать ситуацию? Да, конечно, это выгодно Путину. Это выгодно, значит, им в том смысле, что ну, проблемы у врага, внутренние расколы, они же вселяют надежду в своих, да, а свои сейчас как раз разочарованы. Ну, то есть они видят, что ничего не получается, что все идет плохо, да, ситуация в тылу ухудшается, ситуация на фронте, ну, как совсем бесперспективная, да, вот, радость, связанная с тем, что удалось отразить украинское контрнаступление, значит, которое было осенью, да, осенью у них очень сильные были такие восторги по этому поводу, ну, на этой волне они даже, видите, полезли в Авдеевку, стали Авдеевку штурмовать, штабелями людей укладывают. Вот, то есть эта радость, очевидно, прошла уже, вот, во-первых, неудача в Авдеевке, очевидно, и, во-вторых, обстрелы Белгорода массированные, потом, значит, несколько удачных налетов на промышленные объекты, да, от Туапсе на юге до Ленинградской области на севере. Ну, все это изменило картину, значит, ситуации на фронте, и она достаточно бесперспективна, конечно, сейчас выглядит в России. И в этой ситуации, ну, надо вот, понимаете, сейчас же выборы вообще, и крайне важно, чтобы сторонники совсем не впали в депрессию, потому что если они впадут в депрессию, а все к этому, повторюсь, идет, так они же на выборы вообще не придут. Ну, то есть, помимо тех, кого пригонят админресурс, они дома останутся. А оппоненты, наоборот, вот сейчас их Дунцова, потом Надеждина раскачали, значит, а те возьмут и попрутся на участке и начнут там, значит, перечеркивать, портить бюллетени там, да, и, значит, и выкладывать это в социальные сети. Ну, в общем, кошмар, а не выборы. И поэтому им хотя бы вот такие там позитивные поводы, там, и, да, вбросы надо закидывать, значит, чтобы люди, ну, чувствовали, ну ладно, не только у нас плохо, у них-то тоже плохо, да. Вот, поэтому вполне возможно, что это от них идет.
Аббас, вот последнее заявление Патрушева, не последнего человека, да, в Кремле. Он сказал следующее, что россиян призвали, он призвал готовиться к долгой войне с Западом. И он сказал, что вот англосаксы, они ведут маленькие прокси войны с Россией, и даже после окончания, как он говорит, горячей фазы войны с Украиной, война с Западом не прекратится. Ну, Патрушев вообще на том стоит, как говорится. Да, вот вся власть Патрушева, собственно говоря, основана на концепции тотальной войны. Значит, потому что, смотрите, если война носит характер такой ограниченной СВО, а в целом страна продолжает жить так, как живет, то власть Патрушева не безгранична. Да? Ну, хорошо, вот есть военные бюджеты, там, Министерство обороны, ФСБ, СВР, там, ну, прочие все силовые структуры. Ну, давай вот этим занимайся, да, значит, рули – это твоя тема. А в другие темы не лезь, там правительство есть, это гражданская жизнь, у нас нормальная жизнь идет, да. Вот, вот твой проект СВО занимайся, вот, а сюда не суйся. Вот, а Патрушев же очень амбициозный, и поэтому он все под себя загрести хочет. Ну, перед ним вопрос не просто в деньгах, и даже не столько в деньгах, я не уверен, кстати, что сам Патрушев лично сильно коррумпирован. Ну, то есть он не бессеребренный, конечно, но, возможно, это для него не главное. Есть люди, для кого это главное, и там таковых большинство. А, значит, ну, Патрушев не факт. Да. Вот Патрушев-младший, скорее всего, тоже такой же, вороватый уже. Вот Патрушев-старший, вполне возможно, что он, значит, он тоже, конечно, так сказать, серебряную ложечку на столе так просто не оставят лежать, да, прихватят. Но специально лазить, там, искать ее на кухне, там, да, по ящикам шуровать, может, не будет. Вот. Но ему, у него политический проект перед ним грандиозный, ему сына надо делать, значит, преемником. А для этого надо, ну, контролировать всю страну. То есть вопрос не просто про то, чтобы там бюджеты осваивать, да, про то, чтобы, ну, все решения согласовывались с ним в стране. И для этого нужна тотальная война. Тогда уже и нет мирной экономики. Это тыл. А тыл – это такая же часть фронта, как и сам фронт. Вот. Просто с другой стороны. Но с учетом того, что нас со всех сторон враги окружили, так еще непонятно, где фронт, а где тыл. Да. Поэтому правительство, давайте все ко мне, все свои проекты несите, да, я буду визировать. А, значит, нет теперь отдельной мирной жизни. Враг, вот видите, не дремлет, враг отовсюду лезет, со всех щелей. Вот, поэтому вот я с врагом борюсь. А, поэтому то, что это говорит Патрушев, это, ну, там, ни о чем вообще, да, это пустое место. Вот если бы об этом сказал вдруг, там, не знаю, Собянин, да, что-нибудь такое сказал, или бы сказал Мишустин, вот, вот это другое дело тогда, ну, надо было чесать затылок и думать, ого, но это надо было бы анализировать. А тут даже, вот, честно говоря, больших предметов для анализа особого нет. Ну, по крайней мере, для тех, кто вот, так сказать, российскую политическую систему знает, ну, изнутри. Аббас, вот. И вот Путин зарегистрировали его как кандидата в президенты, но здесь тоже, мне кажется, новости как такой нету. Ну вот, в Кремле... Сенсация! Да. Как-то не так даже, сенсации не получилось, да? Аббас, ну вот, он пообещали в Кремле после регистрации, что якобы Путин полетит все-таки к Эрдогану в феврале и все-таки проговорит, в первую очередь, это войну в Украине. Сколько мы уже услышим, что Путин летит в Турцию, и сколько он уже не летит, ну, пальцев двух рук не хватит. Вам не кажется, что вот на стерхах он же не полетает, не тот возраст, но показать перед выборами, что он чего-то не боится, и он готов куда-то лететь, куда опасался раньше лететь, может. Как вы считаете, рискнет Путин, полетит в свете того, что вот регулярно сбиваются разные борты А-50, сегодня вот Су-24? Не, я думаю, что вот с точки зрения безопасности вот такой, собственно, военной, что борт собьют, ну, там угрозы точно нет. Ну, я думаю, что уж путинские-то борты они сумеют оборонить, какие бы криворукие они ни были. Но в крайнем случае, ну, можно же облететь, да.
Можно же выстроить маршрут так, что прям вот залететь там не со стороны, не с севера, а с востока или даже с юга. Там, да? Ну, надо же понимать, у Путина борт очень комфортабельный. Он может и 24 часа лететь, в общем-то, да, и не заметить даже, что он там... Но у него там бассейн только нет, а все остальное-то есть. Вот, поэтому, значит, я думаю, проблема вот в том, что... Но нет уверенности, что Эрдоган возьмет его там и не арестует. Ну, я думаю, вот изначально вот эта история была, да, и почему он боялся. То есть был выдан как Гаагой, значит, этот значит, мандат на ордерный арест, да, и, соответственно, ну, в любое место, куда Путин прилетает, в принципе, теоретически его могут по этому ордеру арестовать. Даже те страны, которые не подписали Римский статут, они, строго говоря, ну, тоже имеют право это делать. И поэтому они все страны стали делить сразу на те, кому вот мы на 100% доверяем, и на те, где все-таки возможны неожиданности. И даже если процент неожиданности один, ну, они стали вот закладывать, что, ну, давайте не будем рисковать. Да. Ну, то есть, это понимаете, это бюрократическая машина, которая всегда идет по пути минимизации риска. И вот чтобы она вдруг решила риски увеличить, ну, это прямо, это исключение из правил. Ну, такое бывает, mm-hmm. конечно, но это надо вручную вот в функционирование этой машины вмешиваться, понимаете? А так каждый, ну, то есть каждый бюрократ, он же не враг себе, да, он сидит и пытается минимизировать свои, значит, все, пытается минимизировать риски для себя лично в первую очередь. Потому что, ну, в целом он же, у него же хорошо все. У него зарплата, там, статус, значит, возможности для решения шкурничков, вот. Поэтому, ну, терять это место он точно не хочет. Тем более не хочет нести более суровые наказания. Поэтому вот когда это решение, любое решение обсуждается, да, там собирается куча виз, там, да, куча там, значит, профильных подразделений, высказывают свою точку зрения. И вот он думает, значит, ну, а возьмут там, арестуют Путина. А я был тем, кто дал рекомендацию туда лететь. И кранты мне. Да, и он такой, нет, считаю нецелесообразным. Потому что если Путин туда не полетит, ну, меня никто не накажет. А если он полетит, и что-то случится, даже если шанс маленький. И все. Вот, и вот один бюрократ такую закорючку поставил, и каждому следующему уже сложнее поставить, утверждаю, да, то есть сказать, что нет, это все ерунда, пусть летит. Потому что, ну, твоя вина будет еще более высока, да. Слушай, вот ведь из-за тебя арестовали, да, вот он-то был против, и тот, который был против, он тут же побежит, смотрите, я был против, а это он, значит, там мою закорючку вычеркнул, понимаете? Все, аппаратная схватка проиграна вдребезги, ну, все, конец карьеры. Это в лучшем случае, а то и сядешь. И... Поэтому каждому следующему первый самый осторожный ставит закорючку, там не рекомендую, да, и дальше вот по нарастающей каждому следующему все сложнее поставить закорючку, а я рекомендую. Вот. И поэтому обычно выбираются самые осторожные решения из всех возможных. За исключением, когда вот, ну, по политическим соображениям реально надо, и начинается уже вручную вмешательство там. Так, а почему ты против, объясни. Какие аргументы там, да, когда начальник вот начинает уже сам лично вмешиваться во всю эту историю. Сейчас выборы, да, и это повод для личного вмешательства. То есть когда-то, я думаю, просто вот список стран составили, куда не рекомендуем летать, и туда попала Турция. То есть не потому, что Эрдоган реально возьмет и выдаст, да, но потому что нет уверенности, что не выдаст. Mm-hmm. Вот так. Да, потому что, ну, скользкий тип себе на уме, там, вообще страна член НАТО, да, ну, это же факты, которые нельзя вот обойти. Вот когда бюрократ ставит закорючку, но член НАТО, вот, ничего не поделаешь. А НАТО – враждебная организация. Вот. И поэтому и Евросоюз стремится там, да. Ну, правда, сам Эрдоган не очень стремится, но сама Турция-то исторически, так сказать, стремилась, да, и поэтому... А вдруг вот, значит, он решит там как-то по своим внутренним каким-то соображениям, у него тоже куча проблем с оппозицией там и так далее, с экономикой там, да, и вот он возьмет и решит как-то вот сманеврировать хитро там, да. Откуда в чужую же голову не залезть? Откуда мы знаем, что у этого хитрована на уме, да? А вот. На конфронтацию с Россией он готов. Мы уже проходили, помните, были помидорные войны, были там истории со сбитыми самолетами. Вот. А армия сильная, ну, то есть, после того, как мы так опозорились в Украине, наверное, он не очень сильно нас боится. Ну, за исключением ядерной войны, но опять,
ядерная война – это такая история. Да, двусторонняя, не факт, что Россия ее начнет. Особенно если Эрдоган там в Стамбуле. Да, ну, или в Анкаре там. Да, что это самое, Анкару или Стамбул бомбить, когда там Путин. Ну, вот. В общем, ну, много вот непонятного. Да? Ну, то есть, скорее всего, конечно, Эрдоган ничего такого не сделает. Но стопроцентных гарантий никто дать не может. И поэтому система в целом включила Турцию в список тех стран, которые опасны. Не рекомендуется. Но Эрдоган зовет, да, он же использует эту историю с Путиным для накачивания своих геополитических мускулов. Смотрите, без меня там ни одна проблема не решается. Вот с Израилем, с Хамасом у него не получилось. Он очень претендовал на роль, значит, крупного игрока в этом конфликте, но все ограничивалось только словами. В качестве посредника его не допустили. В качестве посредника между Хамас и Израилем сейчас конкурируют между друг другом Катар и Египет. Турции там рядом нет. Вот. Ну, так раз на юге не получилось, пытался. Давайте на севере буду пытаться. Он же очень амбициозный. Он такой вот, он же пытается Османскую империю восстановить, да, если хотя бы не физически, то виртуально. Да, то есть мы там один из влиятельнейших мировых игроков. Без нас там, значит, ни один сарай там ни в какой стране мира не покрасит. И поэтому он, значит, зазывает Путина. Давай, Владимир Владимирович, значит, прилетает, значит, мы там. Поможем вам, так сказать, найти общий язык с Украиной. Вот. А в ситуации, когда есть мирный запрос, запрос на мир, ну, как бы надо демонстрировать, что ты открыт для переговоров. Не случайно Путин же много раз уже это говорил. И Путин, и Лавров, там, они это постоянно подчеркивают. Потому что они понимают, что в России запрос на это все есть. Нет запроса на воинственность. Вот то, что несет Патрушев, на это запроса нет. А на запрос на мир есть. И поэтому надо демонстрировать какие-то шаги, да, что ты готов к этому, да. Вот. И поездка в Турцию, обсуждение ситуации с Украиной там, ну, как бы это хорошо с этой точки зрения. Еще лучше это с той точки зрения, что это демонстрирует, что все разговоры о том, что Россия превратилась в изгоя, это неправда. Да, дескать, ну, да, в Америку, может, и не полетим, но кроме Америки полно других стран. Да. Вот страна НАТО, нормально, летим, переговоры ведем, никакие мы не маргиналы. Вот. И этот аспект тоже очень хорош. А поскольку идет избирательная кампания, реально хороших новостных поводов, я чуть выше это говорил, нет, да, и есть риск, что лояльный избиратель совсем вообще вот отвернется от Путина, да, а в этой ситуации, ну, надо уже и в том числе и рисковать. Да, и поэтому, возможно, вот эту тему с Турцией, которая когда-то, повторюсь, попала в список стран потенциально рискованных, вот, сейчас с ней, возможно, разбирается вручную уже. Да, и, возможно, рискнет и полетит, потому что, ну, повторюсь, в целом сам по себе риск, я думаю, минимален в нынешней ситуации, думаю, до ареста, там, физического ареста Путина не дойдет, значит, поэтому я думаю, что этот соблазн они преодолеют, ну, это вполне реалистично, и он туда полетит. А если все-таки не полетит, ну, это, конечно, будет смешно, ну, то есть, либо реально есть понимание, что его Эрдоган может арестовать, и значит, Путин реально маргинал. Вот. Ну, либо он просто никаких доказательств того, что Эрдоган может его арестовать, у них нет, а он просто вот трусит и все. Ну, то есть осторожничает уже вот по полной, да. Вот. Давайте наблюдать. Интересно будет посмотреть на результат. Ну и да, Аббас, нужно вспоминать, что Путин наверняка не ожидал, что к нему в гости захочет прийти Пригожин. И тогда он с Кремля убежал. А вот там не будет куда бежать. Ну и, знаете, за 2 года полномасштабного вторжения было уже все наверняка, в что не верили. Да, потому и здесь можно говорить о разном. Аббас, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время. Спасибо, до свидания. Нагадаю нашим глядачам, з нами був опозиційний політтехнолог Аббас Галямов. Ви ж підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.